Ребятки, всем привет. Хоть на ловлю я не пошел, но мне ничто не мешает с утречка половить дома. Растянул паутинку. Вот она. В общем, не хватило мне длины участка по-нормальному. Здесь начинается паутинка. Там огибается об уголок и вот здесь вот заканчивается, то есть она углом так идет. Вот хочу просто попробовать. Должны, в принципе, с этого дерева спускаться. И прям вон я воткнул несколько веточек. Там щегол, чижик и так для разнообразия чечеточка. Утки полетели. Тут у меня друг голубей держит. Вот только что спустились, не успел я их поснимать. Вот одного бакинца я ему давал, а второй вот у него типа агарана. Ну, агаран тут с ногами. Но сильно бьет, конечно. Бьет сильно. Тяги нету, но бьет сильно. Ну ладно, сейчас что будет, подождем, сниму. Ну, в общем, ребятки, вот улетели. Улетела чечеточка. Сейчас что-то летает. Вон одна попалась, висит. Кто там? Самка. Сейчас мы ее выпутаем. Тут где-то еще одна летает. На березе где-то сидит. Воробей. Сейчас воробей еще попадется. Опс, попался? Нет. Не долетел чуть-чуть. Так. Аккуратненько, не спеша, вот так вот достаем прям с кармана. Сейчас, секундочку. Опс, все. Вот такая черная кочегарка. Они сейчас после снега лазят по земле. Снег сошел, и вот такие вот они черные все. Ну, как травка пойдет, они немножко осветлеют, искупаются. Ну, давай, дергай отсюда. Все. О, на крестовину. Ну-ка, голый вообще. Ты давай не попадайся. Неинтересно второй раз тебя выпутывать. Чё-то сегодня чижей нету. Погода хмурая, и чижей нету сегодня. Пролетела еще какая-то чечётка. Так, вот она. Все, улетела.
Это воробьи скачут. Здесь у меня место прикормленное. Вон висит кормушка. Вот опять чечетки подошли. Они всю зиму здесь тусовали у меня. Ну, сейчас снег сошел, я им перестал давать. Пусть сами ищут. Еды много, травки, почки. Вот они трещат чуточки. Вот она, самочка. Это непонятно, по-моему, самец. Не вижу. Ну давай, на камеру попадем. Так сделаем. Вроде подспускается. А, блин. Сосед двери хлопнул. Да, вон самец вроде вижу. Спускается. Сейчас самое то вообще. Хлопс. Видели, да, ребятки? Вот она. Хлопс вторая. О. Вот они. Видите, четки. Пойдем выпутывать. Все в режиме онлайн. Это воробьи остались. Обе самочки. Есть друг у меня. Он очень не любит чечеток в плане того, что выпутывать. На самом деле все намного легче. Просто надо понять, откуда птица попалась. Вот и все. Одну выпутали. Это вот в этот карман. И не давать птице долго висеть, чтобы она там не запуталась. Это вообще прям вот раз, растянули так ячеечки. Хлопс. Все. Готово. Странно сегодня. Без синиц. Как это мы так, а? Ну все. Идем ловить дальше. Вот они, чечетки. Стая здоровая пролетела. Вот они. Вот они, чечеточки. Так. Это две разбойницы. Ну давай. Одна пошла, вторая. Все, ловим дальше. И новый чиж, который в прошлый раз поймал. Вынес его тоже подышать свежим воздухом. Сейчас полчасика половим. Буду потом мыть клетки, чистить. Чищу я раз в неделю.
так как времени особо нету, только по выходным. Ловля сегодня хороша. Вот с чайком, с конфетками были конфетки. Ждем. Ребятки, дружбана спустились, голуби на крестовину. Вот этот голодранец. Это от моей чильки из желтого. Белоголовая, ну такая рябоголовая чилька, черная. А это вот у друга из-под агаранов, там вышел. Или из-под удышки, что-то такое уже не помню. Что-то приближается, вот она партия. Хлопс на березу. Большая партия чечеток. Не хочет чижик длинные колена давать. Но чижи, когда пролетали, ничего так, его хорошо.